У нас Лиджи Горяев такой, знаешь, есть такие люди, которые, знаешь, чистые. Вот он такой. Как у нас говорят, Саран Санатехун. Имел честь общаться с вашим певцом, знаменитым Лиджи Горяевым. Если он смотрит это видео, я так думаю, он меня узнает. Не помню, в каком году, но где-то ориентировочно года 3-4 назад Лиджи прибыл к нам в город Улан-Удэ, где мы с ним познакомились и попали в такое окружение, ну, с бурятами, где чудесным образом все разговаривали на родном бурятском языке. И когда мы начали общаться на бурятском, Лиджи также подхватил, ну, наше общение, так сказать. И я, когда встречаюсь с все буряты, у нас возникает единственный вопрос «Хантипша». То бишь, с какого ты района бурят? То есть, как, ну, там, бывают разные районы. Баргузинский, Селенгинский, Джидинский и так далее. И когда он ответил мне, что он хальмак, я маленько не понял, я не знал такого района. Я даже не представлял, что есть у нас такой братский народ, калмыки, что у нас почти один и тот же язык, почти одна и та же культура. И когда он сказал хальмак, я где-то пару минут задумывался, а потом спрашиваю на русском, а хальмак это где вообще, откуда? Он говорит, я калмык. И я задал ему вопрос, а откуда ты выучил бурятский язык? А он ответил мне, я разговариваю с тобой не на бурятском, а на калмыцком. И после этого я был немножко в шоке, в растерянности, в очень даже приятном, что я узнал, что есть у нас такой братский народ, родной народ, который живет от нас на приличном расстоянии. Когда он сказал, что вот я калмык, я был очень удивлен. И он, не помню, сказал такие слова, что ой, как хорошо, что вы все буряты разговариваете здесь на бурятском языке. Но я успел его огорчить, сказал, что ты просто попал в такое окружение, где все разговаривают на бурятском языке. Мне данный опыт общения был очень приятен для меня и очень интересен и необычен, так сказать. И после этого я открыл для себя то, что вот, оказывается, есть у нас такой братский народ калмыки. Не кроме монголов, а калмыки. Мне было очень приятно это осознавать. Здравствуйте, уважаемые зрители! Стать спонсором видеопортала ZAN Online очень просто. Для этого вам понадобится открыть браузер, у меня это Google, в адресной строке забиваем наш адрес или пойдем по ссылке в описании. После небольшой загрузки мы попадаем на главную страницу сайта, где можно понять, о чем и для чего нужен наш сайт. Нажимаем на кнопку «Стать спонсором», нас переносит в окно «Помочь проекту». В окне «Сумма» вбиваем любую сумму, которую вы готовы пожертвовать. Выбираем способ оплаты. Это могут быть Яндекс.Деньги, карта Visa, MasterCard или сотовые операторы МТС, Билайн или Теле2. Нажимаем кнопку «Оплатить», открывается окно «Проверка данных», где вам нужно будет указать свой имейл для обратной связи. Дальше жмем кнопку «Подтвердить оплату», вносим данные карты и делаем перевод. Спасибо большое за поддержку. Мы работаем для вас.